И снова всем здрасте. Пришел с Капанины. Вернее, не пришел, Серега привез мне друга. Отдохнул немножко. Металлом не сдаем. Мы его так и возим. Складываем. Поднимается цена немного. Уже 15 рублей за тонну хотят. Пусть лежит. И спить не просит. Завтра хотел еще сходить копать, но что-то, наверное, на гору схожу. Посмотрю, как там яблочки, что там еще, может быть, будет. Если получится, наберу чего-нибудь. Ну, а сейчас смотрите, что я накопал. А я продолжаю долбить. Копать. Вот у меня все сегодня получилось. Проволока прет. Тут мелочевка всякая. Просто проволока прет и все. Больше ничего не вижу. Вот проволока одна. Пучки целые. Там он торчит еще. Буду выворачивать потихонечку. Ну там, ну видите, попадаются, кто они. Железячки такие небольшие. А тут у меня вот еще сохнет малость. Вот у меня тут сохнет чуть-чуть. Вот такая здесь у меня батарея лежит. Подкладка с двумя костылями. Там какие-то две железяки. Это вообще десятка. 10 миллиметров. Там еще какая-то подкладина. Выкопал я их вот в этом лесочке. Вот тут. Вот этой болотине, короче. Как здесь хорошо, прохладненько. И часть я уже спрятал немножко. Пойду проволоки добывать. А тут вон копнул. Стружка одна. О, яблочки. И под ногами он стружка хрустит. Мы здесь уже выбивали один раз с друганом. О, тысячелистник такой. Хороший, прям ядреный, приядреный. Прям хорошенький тысячелистничек. Яблочки. Ранетки. Вот такие здесь есть. Я их сейчас попробую. Кислятина. Хмель стелится здесь. Речушка бежит. Ой. Ну лететь бы вниз. Ну ладно, что ходить. Пойду еще яблочку съем. Кисленько. Кто-то костер боляжил. Все, пришел. Вот такой здесь булыжник. Это не просто булыжник, он отлитый. Это бетон. Что тут было? Непонятная судьба. Ну вон там. Торчит жизеляка. Кругляк. Ну все, сейчас эту кочку
разберу. Она вся пищит. Проволоки вытащу и домой пойду. Угорел я сегодня весь. Уже 100 потов пробило меня. Сижу здесь, не знаю, болгарку не стал брать. Придется оставлять до завтра. Тут караул, сейчас покажу. Вот этот ежик здесь, это вот все вот проволоки. Вот еще проволоки, они тут кругом. Я уже караул, я уже один пучок связал, убрал. Вот еще один пучок. Пучок пучком, так тут еще что-то вспыхнулось. Вот. Какой-то уголок или что, я не знаю. О, шевелится. Но это еще полбеды. Тут еще вот какая-то фигня, блядь, торчит. Что такое? На трубу похоже. Ну, я не знаю. Ну, хорошая кочка, короче, мне попалась сегодня. Фу, аппарат даже и не беру. Тут все пикает. Вот тут сижу. И думаю, домой поди идти. Завтра с утреца прийти. Болгарку взять. Ломик. А то что это такое? Дергаю, дергаю, она ничего не дергается. Вот такие пироги у меня сегодня. Ну я килограмм 40 накопал. Так, потихоньку. Не спеша. А если еще это вывернуть все? Так это еще не все. Там еще у меня железяка есть. Сейчас покажу. То, что я тут сижу, это полбеды. Вот еще железяка. Вон она. Вот она. Загнутая. Что это такое, даже не знаю. Ну, я примерно догадываюсь. Но не уверен. Ой! Вот такие пироги. Пироги вот такие. Там цветочек красивый, желтенький растет. Ну и пусть растет. Ну вот, ребята, у меня рыбалка продолжается. Выловил ее такую трубу. На уж вон, про которую я говорил. Что-то ее так загнули. По-свински прям. Ну, я сегодня приготовил кое-что для этой трубы. А вот у меня лежит болгарин на аккумуляторах. Тут сумочки, еще их два штуки. Вот тут кусочек металлолома накопал. И вот эту проволочку. Все подобрал. Все, ежиков больше здесь нету. Кончились ежики. Утром весь металлолом вывезли, который я накопал до этого. Хотели ехать в тайгу. Радиатор побежал. Вернее, он бежал у Сереги уже. Он его снимает сейчас. Будет паять. Лампой паяльной. Не знаю, что из этого получится. Но люди добрые сказали. Намучитесь, звоните, мы вам новый продадим. Там, 1000 за 4. Ну, сейчас буду звонить, узнавать. Надо вывозить все это, ехать продавать его, сдавать, получать деньги, ехать покупать новый радиатор. Ну, я так думаю. Сейчас узнаю, какие его мнения будет, у Сергея будет какие мнения. Ну, как-то так. Вот это клюнуло, так клюнуло. Фух. Мне аж самому нравится, как клевануло. Угорел, правда. Ну, сейчас посмотрим. Это, походу, от токарного станка, бля. Бабка. Или как она называется. Похоже. Но не уверен. Фух. В общем, такая вот бабалаха. Сейчас посмотрим, что там нам покажет. О.
Вот такая вот всплеснулась. Ну, потом сфотаю нормально, когда вытяну наверх. С находкой меня опять, с небольшой. Вот ее сплющили, блядь. Вообще караул. Мелочевка. Мелочевка. А тут опять паук какой-то. Крысиный. Будем рыть. Вот там в луже что-то пикает. Ну, мне неудобно туда лезть. Подожду, когда высохнет. Вот тут копаю. Там рыл, трос выкопал. Не стал дальше. Трос мне не надо. Здесь тоже проволок. Везде. Пока добываю проволоку. Разбиться надо мне. Итак, у нас очередной... Ой! Забыл, дыхание сперло. Итак, у нас очередной сигнал. Это тут не то труба, не то кругляк. Непонятно, что это. Ну, шевелится, но плохо. Главное дело, все это вот в этих кустищах. А здесь по-другому и не будет. Ладно, достанем, узнаем. Недолго музыка играла. Я ее вытащил. Это кругляк. Вот такой. Ну сколько здесь? Ну 28-30 может быть. Шевелится. Ну раз шевелится, значит я ее вытащу уже. Фух. Продолжение следует. Вот смотрите, это как это. Вот эта стромота. Вот все, она ходуном ходит, все. Понимаете? Какая канитель. Это, сука, это как зуб коренной. Вот весь качается, но не вылазит. Фух. Вот так примерно. Но раз он качается, и даже если он будет зуб коренной, я его вытащу. Ну все. Победил я эту клюшку. Вот она. Вон там загнутая канитель. Была туда, в кусты, в корни. И все. Вытащил с горем пополам. 100 потов пролил. На улице жарко. Фух. Я в тенечке здесь бузую. Мокрый насквозь. Фух. Хоть на речку не иди. Речка рядом, даже две. Ну не пойду. Буду здесь в тенечке сидеть. Сейчас отойду. Маленечко. Ну опять пересижу. Там где-то еще сигнальчик, я помню, был. Пойду его проверять. Ну как-то так. Сигналы просто бомба. А что выкапываю? Смотрите. Вот это вот дерьмо оттуда вылазит. Это круглая беда. Крышки. Раньше был солидол у них, литол. Вот их здесь закопали. И вот они так орут, как правдишные. Роешь, а там... Вот сейчас посмотрим, что там будет. Да я уверен, что там такая же балда. Либо пробки. Или кто они? Бутылочки, баночки пивные. Ну, вот такую я горку сегодня насобирал. Насобирал. Добыл. Короче, вытащил из земли. Вот это бабалаха. Вот это бабалаха. Это.
Чугуняка сломалась у меня маленько. Ну ничего, пойдет. И решил я все-таки добыть трубу из-под этого камня. Начал туда уже яму долбить. Ну не знаю, не знаю, что у меня получится. Если даже ничего не получится, я ее вон там он отпилю. В самом конце туда, он ближе. И все, и кусок все равно заберу. Не мытьем, так катанем. Можно его, конечно, сдвинуть. Надо копать много с той стороны. А копать я не хочу уже. А что мне делать, в принципе? Я же худею, я могу и выкопать. За день я ее вырою и уроню камень в яму. Что тут такого-то? Там он еще лежит. Шпала бетонная. Ее я вытащу. Ломик воткну в дырку и выверну оттуда его. Этот оковалок. Так что все в моих руках. Вот такая вот сегодня у меня штукенция получилась. А тут еще вон всякий этот мусор. И там он еще мусор лежит. Вот он. У меня еще спрятано есть. Раз, два, три, в четырех местах еще спрятанный. Так что здесь килограмм 70 точно будет. Тут только вот эта вот одна бабалаха. О, даже ногой не поднимается. Килограмм 15, не меньше. А может и больше. Ну, на сегодняшний день как-то так. Вспомнил, как эта хиромантия называется. Это вот желтая. Золотарник канадский, твою Дарданелло. Вот такой он красивый. Вот такой он красивящий. Пчелки по нему ползают. А он ведь ядовитый подлец. Ладно, пойду что-нибудь делать буду. Воды у меня сегодня много. Торопиться некуда. И перекур вообще у меня. Еще я сел и перекуриваю. Просто перекуриваю. Ну и что вы думаете? У меня с этой трубой... Она вот там сидит хорошо. И она у меня уже закачалась. Лишь бы там флянса не было. А то я буду тут копаться еще долго. Ну все, она моя. Одной рукой не могу. Тяжелая гадюка. Все. Победил эту крышину. Вот такой вот здесь карандашик. Небольшой. Весь сплющенный.